В 2020 году сроки проведения единого государственного экзамена перенесут с 8 июня на более поздний период. Формат проведения ЕГЭ в 11 классах будет скорректирован. Учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года. Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Количество учащихся в аудитории будет уменьшено и проведена дезинфекция помещений.